То есть машина не ваша, да? Нет. То есть угнали? Да. Что, ДТП совершили, да? Да. Тоже с места происшествия уехали, да? Да. Задержанным оказался 67-летний дедушка. Он даже не стал отпираться и сообщил, что в Нижнекамске увидел открытый автомобиль, оставленный в замке зажигания ключи. Сел и поехал. Если бы не колесо, не догнали бы. То есть вас еще и гоняли, да? Да. На угнанной машине пожилой человек отправился в Казань, по его словам, на похороны матери. То, что он засветился в сводках полицейских, его нисколько не смутило. Ранее судимый? Да. За что? 213-58. 20 лет. Что 20 лет? Сидел. Когда вышло? 10 лет назад. Водитель оказался мужчина 1949 года рождения. Данный водитель был доставлен в отдел полиции Комсомольска для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Светлана Фардеева, Алексей Шатунов, Лилия Денисова. Новости Татарстана. 25 лет в жизни города, в жизни каждого.